Я беру измельченный кремний и сыплю его аккуратно в пламя. И вот у нас появляются какие-то искорки, да? То есть кремний у нас сгорает только если мы его измельчим. То есть вот если мы измельченный кремний сыпем в пламя, то у нас он как-то горит, какие-то искры мы наблюдаем. Вот я разогреваю тонкую пластину кремния в пламени. Видите, она раскаляется. Вот сейчас, судя по свечению, она где-то градусов 800, может быть, даже 900. Но гореть она не желает, и даже она не покрывается пленкой оксида. То есть кремний с кислородом реагирует хорошо или плохо? Кремний с кислородом реагирует достаточно плохо. Реагирует, конечно, но надо его заставлять.